Квест по памятным местам событий 1992 года. В нем приняли участие школьники первой гимназии, которые победили в конкурсе «Знай свой город и свою республику». Ребята по карте и фотографиям искали памятники. После посетили их и возложили цветы в память о героях, вставших на защиту Приднестровья. Лето 92-го трагическое для Бендера. О прошлом города ученикам первой гимназии рассказывают при помощи квеста, чтобы заодно проверить, как школьники знают собственную историю. За каждый правильный ответ гимназисты получают букву. В конце квеста они должны собрать слово. Это различные памятники нашего города Бендеры. Вы должны выбрать только тот памятник, который относится к событиям 92-го года, и назвать этот памятник. Под каким номером указан этот памятник? Под номером 2. Под номером 2. Как называется этот памятник? Мемориал памяти и скорби. Хорошо. Что вы знаете об этом памятнике? Построен с 92 по 95 год. Ребята правильный ответ угадали практически сразу. Идут к памятнику возлагать цветы. Первая часть мемориала была построена в первую годовщину событий 19 июня 1992 года. Машина ВМП, боевая машина, экипаж, который состоял из 6 человек. Одно из заданий – найти памятный казачий знак. Анастасия знала, куда вести команду. Помогали защищать наш город, а также они прибывали из разных российских районов, например, как Алтайские, Запорожские, Донские и Терские. Вот мой дом, и как бы я всегда прохожу здесь рядом. И последний этап квеста в музее Бендерской трагедии. Здесь все события воссоздали в деталях, от порванных аттестатов до расстрелянного роддома. Наглядный пример – это аттестаты. Что сделали наши враги с нашими вещами. Некоторым пришлось рожать прямо в подвале. И вот это ужасные условия, в которых могли находиться женщины с детьми. Мы видели фотографии, и это страшно. Никому не жила, конечно, войны. Всем мирного неба над головой. В конце квеста дети собрали слово «Память». Это еще один пример. Бендеры никогда не забудут события 92-го.